Значки с профилем Ленина, красный галстук и неизменный девиз «Будь готов, всегда готов». Пионерия отмечает свой столетний юбилей. Это одна из самых массовых патриотических организаций. За все годы ее существования в ней состояло 210 миллионов школьников. И по сей день дети социалистических идеалов не забывают друг друга. Проводят встречи, организуют различные мероприятия. «Будь готов, всегда готов». Ровно 100 лет назад впервые прозвучал такой лозунг. 19 мая 1922 года в Советском Союзе была основана пионерская организация, одна из самых массовых и патриотических. За все годы ее существования в ней состояло 210 миллионов школьников. Идеология была в основе всего. После распада СССР День пионерии перестал быть официальным праздником, но в памяти людей до сих пор живы кружки, игра в зорницу, песни у костра и первая любовь. Одним словом, пионерская юность. Это были самые замечательные дни. Это действительно это походы, это парады, это сбор макулатуры металлолома. И самые-самые интересные, наверное, сборы, которые были, сборы отрядов, сборы дружин. Вот это все было замечательно и все было очень здорово. В Ангарске первый сбор, на котором пионерской организации вручили красное знамя, состоялся ровно 70 лет назад. Говорить о том, что это патриотичное движение ушло в прошлое, еще рано. Сегодня 70 учащихся 14-й школы вступили в пионеры. Это единственное учебное заведение, где несколько лет назад возродили и свято чтут лучшие традиции советской эпохи. Любовь Николаевна Дубинина, директор школы, сказала, почему бы нам не возобновить? И в 2014 году я была старшей пионерской вожатой, и мы создали пионерскую дружину. Имя оставили тоже, имени Олега Кошелева. И вот сейчас я пришла со сбора. Сегодня 68 пионеров новенькие повязали галстук. Было очень много теплых слов, пожеланий. В честь юбилея движения во Дворце детей и молодежи, который в свое время был домом всех ангарских пионеров, организовали праздничное мероприятие. Для ветеранов ленинского движения, присутствующих на концерте, такая встреча – добрая ностальгия о прошлом и надежда, что у пионерии есть будущее. Елена Жерлова, Кристина Пермякова, Роман Буйнов. Местное время.